Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицы под названием Meatlider, размер 3 на 6, обе вот на деревянных основаниях. Пока приехали, расложились и начинаем собирать. Теплица Meatlider. Как делать верхние форточки? У нас есть рамка, есть форточка. Прикручиваем петли к форточке, равняем право-лево, чтобы зазор был снизу, зазор сверху вплотную, и прикручиваем к рамке. Дальше прикручиваем поликарбонат вот так вот. То есть обращаем внимание, что шарниры под поликом, чтобы у нас рамка и форточка была в одной плоскости. Все, сейчас лишнее подрежется, оденется профиль и полностью прокрутится. У нас есть готовая рамка, сейчас пойдем посмотрим ее. Так, вот готовая рамка. То есть ее откручиваем, форточку от рамки. Форточка потом будет прикручиваться в конце. А сейчас будем собирать каркас, то есть потребуется только рамка. У рамки есть верх-низ, вот эти вот перемычки. Они немножко скошены. Где скошены, это верх. Каркасы мы поставили, сейчас идет прокручивание, сейчас к брусу закрепим, одна вот практически закреплена теплица, вторую закрепим, уже листы полика нарезаны. Все, сейчас начнем крыть. Практически завершился у нас монтаж, напоминаю, строим мы сегодня теплицы Meatlider 3 на 6, две штуки. Осталось нам закрепить их к земле с помощью зацепов и добить систему подвязки. Основная часть готова, начинаются сумерки, поэтому пойдем смотреть. Так, по дальним торцам у нас форточки. Форточки на термоприводах. Напоминалка. Так, торцы, которые друг на друга смотрят. Дверь, форточка оснащены. Верхние фрамуги тоже на термоприводах. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40. Покраска полимера порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. И сейчас будет закреплен к земле. Также есть диагональные усилители и система подвязки. Соответствует расположению грядок. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. С резиновым таким вот торцевым уплотнителем. И защита ИСОД по всему периметру. Вот такие вот две отличные красивые теплицы Meatlider у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.